Настройки платформы. После подключения биржи вы будете переведены на вкладку «Настроек», в которой вы можете изменить имя учетной записи, выбрать страницу, которая будет открываться при входе на платформу по умолчанию, а также выбрать свой часовой пояс. Это будет особенно полезно при настройке вашего первого бота. Вы также можете добавить краткое описание о себе и выбрать изображение профиля. Это описание будет видно в вашем публичном торговом профиле. На следующей вкладке вы можете увидеть биржу, к которой вы уже подключились. Если вы хотите добавить еще один API, вам нужно просто нажать на кнопку «Добавить». На вкладке «Безопасность» вы можете сбросить пароль, а также включить двукратную аутентификацию, которая повысит безопасность вашего профиля. Чтобы сделать это, нажмите кнопку «Включить» и следуйте инструкциям на экране. Последняя вкладка в настройках – это уведомления. Все уведомления будут приходить на ваш зарегистрированный адрес электронной почты. Если вы не хотите получать электронное письмо каждый раз, когда ваша позиция меняет статус, вы можете отключить их. Однако, мы настоятельно рекомендуем не отключать уведомления об ошибках. Теперь все настроено и готово к тому, чтобы вы совершили свою первую сделку через Wunderbit Trading.